Активисты волонтерского центра «Единой России» передали новогодние подарки для маленьких пациентов педиатрического отделения Одинцовской областной больницы. К доброй акции присоединились первый заместитель председателя Московской областной думы депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Белоусова и артисты театра заслуженной артистки России Натальи Бондаревой. Актеры порадовали детей небольшим театрализованным представлением с участием самых настоящих Деда Мороза и Снегурочки. «Елка» и «Лесной еж» пришли с подарками от учеников Одинцовского лицея номер 6 имени Александра Сергеевича Пушкина, которые своими руками сделали игрушки. А без сладких подарков не остался никто, в том числе и замечательные врачи больницы.